Европа очень внимательно следила за событиями у эстонского посольства. И по демократии в Европе он звонит. Он писал их, может быть, не для того, чтобы их тысячи людей слушали. Если наша акция не возымеет эффекта, то через 2 недели мы поставим здесь колокол. И этот колокол будет звонить по марку один раз в 15 минут, год, два, пять, круглосуточно, до тех пор, пока Марк будет сидеть в тюрьме. Чтобы они помнили, они сидят здесь, а он сидит в тюрьме. Каждые 15 минут они будут вспоминать об этом. Yeah.